Рыбин, здорово. Мурнин, здорово на Игнатовича. Игнатовича есть свободная зона. Здорово в ногу на Шевчука. Шевчук уже у штрафной. Шевчук уже в штрафной. Стреляет Игнатович. Удар, гол! Павел Игнатович оформляет дубль! Павел Игнатович, 2-1. Тамбов впереди. Вот так вот, дорогие друзья. Павел Игнатович терпел, работал, ждал своего шанса. Перенес операцию, восстановился и доказал, что он все еще отличный футболист. Два заработанных пенальти в двух предыдущих играх и дубль сегодня. И вновь слушаем манеж. Номер 6.